твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. А я приглашаю на эту сцену Липустину Елену. Спасибо, добрый вечер. Я хотела бы сейчас исполнить песню собственного сочинения, которая называется «Среди танцующих картин». Она искрится серебром, но без души. Она танцует под луной, что без тепла. Она заполнена тобой, одним была. И одинаковых витрин не перечесть. Среди танцующих картин ей нечем петь. Душа холодной луной обожжена и переполнена тобой и сожжена. Среди танцующих картин ты не спеши. Она искрится серебром, но без души. Душа холодной луной обожжена и переполнена тобой и сожжена. Спасибо.